ощущение. Все сжимает, руки сжимает. Медицинский аппарат Екатерина Макарова пробует на себе. У нее отличное здоровье. Экспериментирует для опыта. Она учится на втором курсе колледжа по направлению туризм. Оказывать квалифицированные услуги в области гостеприимства – ее будущая профессия. Чтобы закрепить теорию, ребята пришли на экскурсию в реабилитационный центр. До этого мы были на экскурсиях только прям в отелях, то есть проживание, питание, ну и косметические всякие услуги. А здесь прям настоящий медицинский центр. И, понятное дело, очень интересно было посмотреть именно на аппаратуру, даже ощутить на себе, каково это, что испытывают люди, которые как раз-таки пользуются этими услугами. Ранее колледж сам принимал у себя сотрудников центра. Мастерство студентов гостей поразило. И что я когда увидел, когда ребята на ресепшене учатся, делают очень правильные вещи, их учат, как общаться с гостями. Вот то, что я сказал сейчас им, предугадывать их желание, так оно и есть. Потому что предугадывать желание гостя, это 5 баллов. Такие навыки здесь необходимы. В центр приезжают со всей страны, чтобы пройти реабилитацию после тяжелых травм, операций и болезней. Ребятам рассказали об истории учреждения, показали учебный корпус с аудиториями и актовым залом. Провели по кабинетам медицинского корпуса, познакомили с оборудованием. Самое главное, чтобы они пришли, потому что те люди, которые приезжают к нам на реабилитацию, им нужно тепло. И нужно, опять же, чтобы они не нуждались ни в чем, чтобы они только были заняты собой, заняты были своим здоровьем. Ребята, я думаю, помогут. Медицинский туризм – направление, получившее новый виток развития в наше время. Помогать гостям чувствовать и предугадывать их потребности, особенно если человек находится на реабилитации, главное для персонала организаций. От студентов ждут новых идей и радушно приглашают на практику с надеждой на дальнейшее сотрудничество. Полина Бахова, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».